раздавайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Ха, прикольно, в темноте. Так, хоть в том вагоне не работать. Напряжение пропало в этом вагоне. Классно, вообще. Это первый случай. Вы не представляете, как я сейчас испугался немножко. Вообще трёшь. Что это такое? Ну, пока не имеем, мы едем пока. Мне хрен было садиться в этот поезд. Мы без света едем. Попал в напряжение в этом вагоне. Буду еще ехать. Закройте двери первого вагона. Офигеть. А это же там кто-то нужен? Да, можно. Нормально. Свет появился. Не странный поезд попался. Это хорошо, что я это снял на камеру. Охренеть. Классно. Жесть какая. Это просто жесть.
Опять высадка. А, по типу культуры. Вот резервный поезд подъезжает. Поедет в сторону. Ну, который уже исправлен. Бля, двух вагонов пропало напряжение. Это максимально страшно. Ну прикольно, в то же время без света есть. Прикол, сейчас такая же херня происходит здесь. Я просто переваливаю. Такого. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Киевская. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Будьте осторожны. Мне хрен было садить вот такой курс не сразу. Но зато попал в такой поезд, который вырубился свет. И зато проехать уже без света. Этот неисправный вагон сейчас отправится в Петербург. Киевская. Переход на Арбатско-Покровскую и Филевскую линии. Выход к Киевскому вокзалу, павильону МЦД и на... Не каждый день в такой поезд попадаешь, что тупо напряжение падает резко в каких-то вагонах. Очень редко такое случается. Как сидит, это такой. А, нет, там.